Добрый день, уважаемые покупатели! Сегодня с вами сделаем обзор вертикализатору ОСВ-212, размер 1. Вертикализатор заднеопорный, предназначен для детей с ДЦП на рост от 80 до 110 сантиметров. Покажем его действие. Значит, из положения лежа укладываем ребенка, фиксируем его вот этими ремнями. Фиксируются колени и фиксируются стопы. Есть еще абдуктор в комплекте. Далее, когда ребенок лежит зафиксированный, мы стойку переводим в вертикальное положение. Есть несколько позиций. Можно зафиксировать на любую из них. Например, вот так, под углом 45 градусов. Либо полностью стоя. Есть еще столик дополнительно, который можно зафиксировать на разной высоте в зависимости от роста ребенка. И разное положение ближе или подальше от ребенка. В таком положении полезно быть ребенку, когда по назначению врача назначают именно вертикальное положение. Для тех, кто не может, не контролирует вертикальное положение самостоятельно. Спасибо за внимание. Приходите к нам в магазин.